На Кубани могут появиться новые особо охраняемые природные территории местного значения. Этот вопрос обсудили на краевом совещании под председательством губернатора края Вениамина Кондратьева. Оно прошло в формате видеоселектора. В анапской студии в заседании принял участие мэр курорта Василий Швец. Создание особо охраняемых природных территорий стало главной темой селекторного совещания. В Краснодарском крае таких зеленых зон федерального, регионального и местных значений почти 400. Вместе они занимают 11% территории всей Кубани. Сейчас на особом контроле властей не только сохранение природных богатств и экологическая безопасность, но и безопасность местных жителей. Каждый муниципалитет должен подготовить дорожные карты по потенциально особо охраняемым природным территориям, которые будут созданы до 2023 года. Еще раз подчеркиваю, каждый муниципалитет должен подготовить такие дорожные карты по созданию особо охраняемых природных территорий муниципального уровня, местного значения. И это необходимая работа, необходимая и очень важная для сохранения курортного потенциала, если хотите, потенциала именно курортного нашего региона. Накануне в администрации региона состоялось еще одно селекторное совещание под председательством вице-губернатора Андрея Алексеенко. До конца года на Кубани планируется установить еще порядка 600 камер в рамках развития системы «Безопасный город». Поручаю Виталию Сергеевичу вместе с управлением информатизации совместно с МБУ службы спасения Евгений Валерьевич с вами проверить всю работу аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» с однозначным включением туда всех камер с периметра всех социальных наших объектов. Это и школы, детские садики, дома культуры, и объекты здравоохранения, объекты, не знаю, может быть, транспорт, ну, в общем, объекты управляющих компаний. Все, что может и должно быть в экосистеме аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Выполняя поручение президента, край должен объединить автоматизированные системы обеспечения безопасности и оповещения в единое информационное поле. Сейчас в крае установлено уже порядка 6,5 тысяч камер. Олеся Давыдова, Мария Величенко, 39 канал.